Хочу представить вам новый усилитель, который купил совсем недавно, тоже цифровой. Называется он Prozor DA1002C. Усилитель полностью цифровой, то есть у него сзади входы оптический, коаксиальный, ну и, как говорится, аналоговый по стандарту. А также Bluetooth. И спереди есть USB-разъем для флешки. Вот я сейчас подключил флешку, и музыка играла с флешки. Я почему его купил? Просто стало интересно все-таки цифровые усилители формата D. Это хоть и не новинка уже, но все же как бы какой-то шаг вперед по сравнению с другими усилителями класса D. Поэтому решил купить еще один и сделать тоже такой же маленький обзорчик, как и на Ayumu D03. По звуку, вот хочу сказать, что у меня есть усилитель Pioneer 307. Так вот, этот усилитель я сравнивал, долго сравнивал, сидел, слушался, включал, переключал. Звучат одинаково. То есть по верхам, по низам, все это. То есть отличий я в звуке не нашел. Единственный, как может быть, плюс или минус у этого усилителя, у маленького. Вот я сейчас поближе его
Так вот. Вот у него есть настройки высокие, средние и низкие частоты. С одной стороны это хорошо, а с другой, конечно, довольно-таки сложно произвести точную настройку, чтобы вам нравилась музыка, как он ее воспроизводит. Но здесь все оказалось довольно-таки просто. То есть я все поставил в ноль. Поэтому тембр стоит у меня все три по нулям. И в этом положении звук мне очень-очень понравился. То есть нет такого, чтобы какие-то перекосы были в одну или в другую сторону по частотам. В принципе, что пионер, что этот усилитель одинаково отыгрывали разные материалы музыки. Что рок, что джаз, там, что диско старые. По мощности на 4 Ома, как заявлено в характеристиках, у него 100 Вт. Где-то на 8 Омах это получается Вт, наверное, ну, 60, может быть, 70. Акустика у меня 8-омная, в принципе, отыгрывает он с ней очень хорошо. То есть можно, как говорится, поддать газку, чтобы колонки заиграли. То есть не то, что громче, а вот именно заиграли, а не заорали. В принципе, вот, конечно, интересны все эти усилители, но вот уже у меня их два. Оба цифровые, то есть один с экранчиком с маленьким, этот без экрана. Но плюс у этого в том, что у него есть USB-вход. Можно установить флешку и слушать музыку напрямую. Вот у меня сейчас сыграл формат Hi-Res без проблем. Воспроизводит, не заикаясь, не запинаясь, все отлично. То же самое и с Bluetooth. У него есть еще Bluetooth. Единственное, что в характеристиках не написано, какой Bluetooth. Версия 5.0, а вот APTX или еще что-то. Но хочу сказать, что вот с телефона, то есть я подключал музыку в формате FLAC, звучит очень хорошо. То есть как бы, ну вот... Все-таки у меня и плеер есть с APTX, и усилитель есть с Bluetooth APTX. Я вот сравнивал по звучанию, то есть APTX и вот этот вот, никакой разницы в звуке нет. То есть, возможно, у него также есть Bluetooth с APTX. Вот снимаю на телефон, поэтому извините, но... резкость теряется. Не пойму, в чем дело, конечно, но вот такой телефон. А в принципе, ну, по стандарту у всех китайских усилителей более-менее нормальных стоят не пружинки, а закручивающиеся под кабель. Бананчики, разъемчики такие. По питанию, вот у него блок питания где-то 24 вольта, 5 ампер рекомендуется. Но это где-то мощность у него ватт 150, наверное, 140. Поэтому, в принципе, довольно-таки хороший. Малыш. Достался он мне за 6 с копейками. Поэтому, в принципе, за эту сумму я считаю, с такими возможностями, с подключением по коаксиалу, по оптике, Bluetooth. Это, в принципе, недорого. Поэтому я считаю, что за эти деньги... он отыгрывает на все 100%. Поэтому, что еще можно сказать? Конечно, непривычно вот эти вот
такие маленькие усилители по сравнению со стационарными усилителями, тот же Пионер там или Ямаха. Поэтому, конечно, к таким усилителям нужно привыкать еще к их размеру. Он с пультом идет, пульт работает без проблем. То есть все нормально, нет такого, чтобы не срабатывало. Ну вот пока на этом такой маленький обзорчик завершаю. Если будут вопросы, звоните, пишите. Как говорится, будут деньги, куплю еще что-нибудь. А так, извините, пока остановился вот на этих двух. Все зависит от финансов. Поэтому спасибо, кто меня слушает.